Смею вас заверить, демократии и свободы в Беларуси нисколько не меньше, чем в нашей родной братской России, на Западе или дальше там, в странах развивающихся. Нисколько не меньше. Ну, может быть, мы пожестче требуем порядка. Потому что мы не так богаты, как Россия. Она может допустить ошибку, но огромное богатство помогает эту ошибку быстро исправить. У нас этого нет. Если у нас образуется где-то дыра, нам нечем ее залатать. Поэтому мы и реформы, так называемые, продвигаем медленно, шаг за шагом, идем как по тонкому льду, как по лезвию ножа, чтобы не оступиться, не допустить ошибки. Нет денег потом на исправление, да и времени нет. Отстанем, не догоним. Поэтому лучше идти медленно, но идти, не останавливаясь, не поворачивая назад и не уходя в сторону. Должен заявить вам, как бывший парламентарий и причастный к разработке Конституции еще до моей президентской работы, должен сказать, что мы тщательнейшим образом изучили Конституции всех стран. И я в этом лично принимал участие. Тщательнейшим образом. Вы знаете, суперновации в нашей Конституции нет. Мы взяли что-то приемлемое для нас из нашего прошлого, но совсем немного. Все остальное мы заимствовали у вас. Мы учились не только у своих соседей, потому что они близки нам по развитию. Со многими были в одном государстве. Ну и многое-многое заимствовали у оплотов демократии. Прежде всего Франции и Соединенных Штатов Америки.